Этих теляпий разводят на рыбной ферме мексиканского города Сьюдад-Вальес. Филе пускают на приготовление рыбных палочек, а вот кожу девать некуда. В результате образуются тонны гниющих зловонных отходов, которые могут стать источником заражения. Но местные разработчики из научного центра Сиатек решили найти коже применение. В результате появился инновационный продукт. Главная цель проекта – сократить отходы растущей индустрии рыбных ферм. Во-первых, мы можем защитить экологию, не позволив коже разлагаться. Во-вторых, дадим возможность местным жителям создавать продукцию и продавать по высокой цене. Решение нашли самое простое – из кожи рыбы делать обувь и аксессуары. Исследователи говорят, что после обработки кожа становится мягкой, гибкой и прочной. Из нее уже начали делать модную обувь, сумки и ключницы. На самом деле из кожи рыбы можно сделать столько продукции, насколько хватит воображения. Конечно, эти кусочки кожи маленькие, но их можно соединить и создавать прекрасные вещи. Фермеры рады любому дополнительному заработку, ведь их продукция становится более конкурентоспособной по отношению к теляпе, импортируемой из Китая. Наш главный приоритет – произвести больше рыбного мяса по более низкой цене. Кроме того, мы используем кожу теляпий. Из нее можно сделать мешочки для мелочи, обувь и другие товары. Исследователи работают над созданием больших кусков рыбной кожи, фермеры подсчитывают прибыль, а дизайнеры думают, как еще можно использовать этот инновационный материал.